8 тысяч гемов на один ролик, это просто капец. Привет, бро, меня зовут Пози. Добро пожаловать на новый безумный видос по Бравл Старсу. В этом ролике я собираюсь побить свой собственный рекорд, где я выбил 23 бравлеров за один ролик. Та-дам! 23 бравлер. Сколько же я потратил? Офигеть. В этом видосе я постараюсь выбить 30 бравлеров! О май гад! Сколько же денег сегодня улетит с моей карты? Что не сделаешь ради топового контента? Ребята, перед началом этого ролика обязательно поставьте свой лайк. Как только мы с вами собираем 150 тысяч лайков, я выпущу еще один безумный видос с донатами в Бравл Старсе. 150 тысяч лайков равно новый ролик. А также не забывай покупать мой мерч по ссылке в описании под этим видео на сайте bromerchik.com. Это теплое худи, которое греет меня этой холодной зимой, находится в описании под этим видео. Ну а также футболки, кружки, поп-сокеты и рюкзаки. Ну что ж, вроде все сказал, можем начинать. Ребята, я зарегистрировал новый аккаунт. Нуб рекорд 666. У меня на нем всего лишь 8 кубков, конечно же, куда больше. Заходим с вами в магазин. О, посмотрите, здесь нет особых акций. Я уже готовлюсь прощаться со своими деньгами. Вы только посмотрите на это. 2000 гемов, 9500 рублей. Я бы мог месяц питаться одним макдаком на эти 9500, но я их сейчас задоначу. Плюс 2000 гемасов на пустой аккаунт, на котором всего лишь 8 кубков. У меня каждый раз сердечко болит, когда я такое делаю. О май гад, смотрите, мега ящик, особая акция за 49 гемов. Ну ладно, давайте мы с вами купим этот мега ящик. Та-дам! 2 предмета. Ура! Мне выпал новый бравлер Поку. Как неожиданно. Поку локо, un poquitito loco. О, смотрите, разблокировались резко другие акции. Что ж, я думаю, что нам есть смысл сейчас купить все эти акции. Может быть, акции дня опять обновятся и там будут бравлеры? Нет. Не будет? Нет. Ну ладно. О, смотрите, у меня на пути к славе есть еще маленький ящик. Давайте мы его откроем. Та-дам! 2 предметика. Ох, надеюсь, что я создал везучий аккаунт. Начинается полное безумие. Чувак, у которого 8 кубков, сейчас будет покупать весь Бравл Пасс. Донатим с вами 30 гемов. Та-дам! Ой, зачем я это сделал? Бравл Пасс плюс 9 уровней за 249 гемов. Та-дам! Бравл Пасс разблокирован. Ну что ж, мы с вами собираем партию Майка. Получаем сразу же на него скин. Это уже, знаете, классическая схема, отработанная, так сказать. И давайте мы с вами сейчас прокачаемся сразу же до нового бравлера. Лу. Фу, я вспомнил, как его зовут. Я на секунду задумался. Как зовут того бравлера, который на 30 уровне? А, нет, ребята, я не смогу получить халявного бравлера Эдгара. Я вот что только что понял. О май гад. Новый год-то закончился. В прошлый раз я мог намного проще набрать больше бравлеров. Лу, хроматический, первый из 4 бойцов. А как же мне теперь получить Эдгара? Мне придется на него донатить, либо придется его выбивать из ящиков. Ладно, мы с вами получили много ящиков, поэтому давайте мы сразу же с вами пооткрываем все эти ящики. Будет нам что-то выпадать, не будет нам ничего выпадать. Без разницы. Та-дам! Эль Примо! Очень символично, да, что нам выпадают вот такие вот изичные бравлеры по типу Эль Примо с мега ящиков. Мне кажется, за этот ролик я потрачу 1050. Очень надеюсь, что этот момент не настанет, но я уже морально к нему готов. Так, смотрите, 3 предмета, тоже ничего. Ладно, поехали. У нас еще много ящиков впереди. На каком я уровне? Я был только на 6 уровне. Я думаю, что сейчас я, после того, как открою все эти ящики, до конца докуплю весь Бравл Пасс. Я не полезу сразу же в магазин донатить на новые мега ящики. Нет, я вначале дооткрываю все, что у нас есть в Бравл Пассе. Ну, что-то как-то пока что очень туго у нас идет по бравлерам. Эпический бравлер! Осталось еще 6 других достать. Ха-ха, было бы просто замечательно. Это был истеричный смех, если что. Та-дам! Большой ящик, еще один. Я не понимаю, что происходит с этим аккаунтом. Может быть, из-за того, что я приписал цифры 666 в никнейм, поэтому не везет со старта на новеньком аккаунте. Но по идее, я уже к этому моменту на предыдущем своем эксперименте получил бравлеров 10, это минимум. Мы дошли до 11 уровня, значит, шансы еще есть. Сколько у нас уже бравлеров? Бравлеров 10. Сколько у меня сейчас бравлеров? 6, 7. Плюс я еще одного бравлера получу за Supercell ID, это у нас Барни. Я уже начинаю забывать, как зовут бравлеров. О май гад. Называется «Отдохнул недельку от Бравл Старса». Настоящие киберспортсмены не отдыхают. А я киберспортсмен, чтобы вы понимали. Нет, я не киберспортсмен. Так,
Пенни мы с вами получили. Маленький ящик открываем. В прошлый раз я вроде бы донатил 24 тысячи. То есть несколько раз я сдонатил по 2 тысячи. И суммарно потратил около 5 тысяч гемов за один выпуск. Если я хочу получить 30 бравлеров, то, возможно, мне придется потратить 1008 гемов. Это невероятно много. На 6 тысяч гемов, в принципе, можно пожизненно себе покупать бравл пассы. Все новые выходящие. Ближайшие несколько сезонов. Смотрите, до конца сезона 11 дней. Через 11 дней будет выходить новый бравл пасс. Зачем я делаю это сейчас? Ну ладно, в следующий раз тоже повторю это уже с новым бравл пассом. Ох, ребята, если вы еще не нажали на красную кнопку подписаться, то самое время это сделать. И 7 предметов я только что увидел. Так, Джеки выпала и... Лего! Да ладно! Ворон! Вот так-то! Ворона я точно там не ожидал увидеть. Так, у нас уже 10 бравлеров. Один теневой бравлер. Это Барли. Я его буду называть теневым бравлером. Ну и, в принципе, нам сейчас уже есть смысл... Опа! Мега-ящик пропустил. Как это? Открываем мега-ящик. 6 предметов. О, смотрите, пропустил одного бравлера. А это Барли. Стоп, Барли? Стоп, я мог получить скин волшебника Барли, но я сейчас выбил себе Барли. Господи, боже мой, как же это тупо. Если бы я получил Барли, то, возможно, мне бы выпал какой-то другой бравлер. А, ладно, окей. Ребята, я думаю, что мы сейчас сразу с вами выкупим всю эту линию. Бравл пасс выгоден тем, что здесь есть мега-ящики, а также большие ящики. И это обходится нам намного дешевле. На сколько уровней мне еще хватит? На уровне 20 плюс-минус. Ну, последние 5 уровней нет смысла покупать, потому что там дальше уже дорога. Дорога к скину. На мега-ящик не хватает. А это как раз последний уровень, который нам нужно купить. 68-й. Гемы, 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 гемы. Наши любименькие гемы, которые здесь разбросаны. Наш кэшбэк. Как раз-то последний уровень Бравл Пасса. Та-дам! Ну что ж, я выкупил весь Бравл Пасс, и сейчас начнется все самое интересное. Понеслась! Сейчас мы должны с вами получить как можно больше бравлеров. От этого зависит, сколько мы будем с вами дальше донатить на наш новенький аккаунт. Нуб рекорд 666. Очень проклятая название. Я с вами полностью согласен. Выпадает роза. Это у нас зеленый редкий боец. Мы собрали с вами полностью всю коллекцию редких бойцов. Далее нам остается сверхредких, эпических. Опа, еще один бравлер. Так, это у нас кто? Это у нас сверхредкий, это у нас Дэрил. Остался последний сверхредкий, потом нужно собирать коллекцию эпиков, конечно же. Маленький ящик. Нет, с маленьких ящиков мне точно никогда ничего не выпадет. Ребят, кому выпадал хроматический бравлер из маленького ящика, напишите об этом в комментариях. Мне интересно посмотреть, сколько таких людей на планете. Опа, Рико! Так, это последний сверхредкий. Теперь мы собрали с вами полностью коллекцию сверхредких. Сейчас мы с вами будем идти по эпикам. Все самое-самое сложное. Так... Та-дам! Мифик! Спраут! Отлично. Я забыл совсем про мификов сказать. Мифики, эпики, леги и хромы. Ну, следующее, что мы сможем с вами выбить, это, вероятнее всего, эпики. А потом уже будем с вами выбивать леги. Я заметил, что мифики начали намного реже упадать, нежели леги. Кто тоже заметил, ставит лайкос. У нас еще много уровней впереди. И, как минимум, ящиков 10 у нас точно осталось в запасе. 5 предметов, ну камон! Хотя бы один бы эпик мне выпал за все это время. Надеюсь, со следующего моего доната начнут выпадать прям подряд все эти эпики. 30 бравлеров это очень серьезно. Возможно, это даже мировой рекорд. Я не знаю. Кто-нибудь выбивал 30 бравлеров за один видос? Я думаю, что нет. Я максимум выбивал 23 бравлера. Если выпадет 30 бравлеров за этот ролик, то это будет просто джекпот, чуваки. 30-ку точно никто не убивал, и я явно сошел с ума, раз пытаюсь это сделать. Так, 59 уровень. Открываем. А, ничего. 60-й мега-ящик. Мы уже с вами на финишной прямой. К большому моему сожалению. Кстати, зацените задний фон. Как вам, а? Мне кажется, прикольно. Так, удвоитель жетонов. Мега-ящик. Опять 5 предметов. Опять 25. Дайте мне эпика. Хотя бы одного. Чтобы я был уверен в том, что мне не придется еще 1000 раз донатить. Одного эпика я прошу. Всего. Пайпер, дайте мне пайпер, окей? 65-й ящик. Давай! Та-дам! 5 предметов нет, никакой пайпер, я могу про это забыть. Они, видимо, сразу поняли, что у меня много денег, и стоит из меня высасывать как можно больше. Та-дам! А, 5 предметов, ну как? О, щит. Here we go again. Еще 2000 гемов. О,
май гад! Как вы, наверное, могли заметить, с этого Бравл Пасса мы с вами получили 14 бравлеров. Один бравлер у меня уже был, это Шелли. И это очень-очень плохо, чуваки. В прошлый раз я вроде как уже там под 18-19 бравлеров получил. Ладно, мега ящик открываем. Та-дам! 5 предметов. Ну что ж, я не вижу смысла повторять свои предыдущие ошибки и открывать большие ящики, поэтому мы с вами открываем 2 мега ящика и 1 большой ящик. Так, чисто, чтобы чуть-чуть сэкономить. Может быть, где-то набить немного шантиков подешевле. Мега ящик! 5 предметов. Ну, конечно, конечно же. Открываю большой ящик. Та-дам! 3 предметика. Дайте эпика, вы задолбали. Дайте мне эпического бравлера, хотя бы одного. Опять 25, опять 5 предметов. Это какое-то проклятие! Никогда не ставь ники 666. Иначе тебе никогда не будут выпадать бравлеры. У тебя никогда не будет больших шансов на крутых бравлеров. Никогда. Мне кажется, тот ворон, которого я выбил, потратил все мои шансы. 0.26. 0.58 шансы. Это отличные шансы. Где это? Я этого не вижу. Ладно, если судить по закономерности, то каждые 500 гемов мне в целом выпадает один бравлер. Поэтому он сейчас опять не выпал. Ох, дела очень и очень плохи. Ну, может быть, с третьего доната повезет. Но вы понимаете, да? Так можно бесконечно донатить в Brawl Stars. Ну что ж, поехали. Я прям вижу, как мои гемы угасают. Как они улетают в никуда. Суперселл, будьте вы справедливей, пожалуйста. Хоть чуть-чуть. Пожалуйста. Я вас понял. Я думаю, что Supercell нужно добавить функцию голосового чата с разработчиками. Я бы им сейчас сказал, что я думаю по поводу этих мегаящиков. Ребят, на ваших глазах сейчас я потратил почти 1000 гемов и не получил ни одного бравлера с мегаящиков. Ни одного, смотрите. Просто ни одного. Это что за джекпот такой? Объясните мне, пожалуйста. Это Unreal полный. Ладно, мегаящик давай. Ну давай, ну давай, ну давай. Все, переходим обратно с вами на эконом-мод, открываем с вами большие ящики, а потом изредка с вами открываем мега-ящики. Я понял, эта тактика действительно работает, видимо. Видимо, на что-то она влияет. Ребят, если я сейчас 2000 гемов потрачу и не получу ни единого бравлера, то возможно, этот челлендж прервется. Но я хочу побить свой рекорд. Я хочу это сделать. Что происходит? Сегодня проклятый понедельник, либо чертова среда, я не знаю. В чем прикол? Объясните мне! У меня 10 тысяч монет! 500 гемов! И я еще ни одного бравлера не получил! Вы что, рофлите, что ли? 1500 гемов за что? За монеты? Вы с ума сошли? Походу, кто-то там у них поехал крышей и решил просто вырубить все шансы. Это шутка какая-то. Скажите, это шутка? Я в это не верю. Такого быть не может! Это просто донат в никуда, ребята! Давай, засранец, покажи мне цифру 6! Цифру 6 мне покажи! Ребят, напишите, что думаете об этом. Это же просто дичь какая-то. Надо же, спасибо, на последние 200 гемов циферку 6 решили мне подарить. Спасибо, вы такие щедрые. Оу, эпический бравлер! Спасибо! Офигеть, я просто в шоке. Ладно, давай до конца уже потратим наши гемы с этими мегаящиками. Нам уже отсюда ничего не получить. Я нажимаю еще раз на цифру 2000. Что ж, ребят, кажется, это рекордное количество гемов, сколько я донатил за все свое время на YouTube. Та-дам! Ладно, начнем с большого ящика. Мы больше с вами не будем делать необдуманных поступков. Теперь мы с вами будем все чередовать по старой доброй нашей тактике. Да, вначале большой ящик, потом мега ящик. Либо, как я раньше там делал, 2 больших ящика. А третий у нас мега ящик. Смотрите, та-дам! С мега ящиков бравлеры должны выпадать по КД. За такую конскую цену. Просто по КД вообще. На 9000 я должен скупить минимум половину бравлеров. О, даже с большого ящика мне выпала Пайпер. Не с мега ящика, с большого ящика. Мы с вами попали куда-то не туда. Это какая-то параллельная вселенная. Ладно, я уже начинаю жалеть, что я трачу деньги на мега ящики. Со следующего доната я хочу проверить тактику, что будет, если я буду открывать только большие ящики. Нон-стопом. Одни большие ящики, никаких мега ящиков. Шансы же одинаковые. Так, ладно, давайте большой ящичек. Хоба, 3 предметика. Сейчас мы с вами максимум опыта накопим на всех бравлеров. И тогда нам точно начнут выпадать бравлеры. Потому что кроме монет мы больше ничего с вами получать не будем. У нас по факту все бравлеры уже почти под фул прокачаны. А, нет, смотрите, на Пайпер еще опыта нету. What? Так, я хочу достать Пэм, Фрэнка, Биби и Эдгара. Возможно. Большой ящик. Ну что ж, мега ящик. Фух, подождем.
Открываем. I don't know, что происходит в Brawl Stars. Не, ну под Новый год определенно они что-то делали с шансами на выпадение. Я в этом уверен. Потому что тогда мне намного проще давалось достать 23 бравлера, нежели сейчас. Это, мне кажется, не банальное везение. Мне кажется, что это шаманские чары, которые они наложили на Новый год. Так, третий большой ящик. Окей, четвертый мега ящик. За этот ролик я уже потратил больше, чем за предыдущий видос. И я считаю, что это ненормально, когда так сложно дается выбить хотя бы одного эпического бравлера. Вы представляете, да? Приходит какой-нибудь чувак после школы, копил 1000 лет завтраков деньги, задонатил в Brawl Stars, и вот это вот. Вот, он открыл мега ящик и бац, он получает там опыт. Ну, хоть какой-нибудь утешительный приз бы добавили. Там, знаете, типа, задонатил 6000 гемов, получил одного бравлера. Какую-нибудь шкалу дополнительную, бонусов. А то что это такое? Это ненормально. Но я уже устал ругаться, я знаю. Мега-ящики абсолютно уже не имеют никакого смысла. Нужно открывать только большие ящики. Все, понеслась. Фармимся с вами на больших ящиках. Просто фастом их открываем. Давай, 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 давай. Сливаем все гемы на эти большие ящики. До единого гема. О, смотрите, даже удвоители жетонов начали выпадать бонусом. Та-дам! Выпадает вольт! Я не открывал мега-ящик. Кажется, я просек тактику, по которой мы будем с вами действовать на ближайший донат. На 2000 гемов мы с вами получили всего лишь 2 бравлеров. Будем надеяться, что сейчас выпадет еще один бравлер. 3 бравлера за 2000 гемов — это нормально, в принципе. Дороговат, конечно, но нормально. У меня осталось 200 гемов. Идем дальше. Можем еще немножко пооткрывать больших. А потом, когда останется 80, мы с вами откроем мега-ящик. Ага, еще 2 ящика минимум могу открыть. Отлично. Когда там уже опыт наберется на всех бравлеров? Этот момент вообще настанет? Что ж, ребята, открываем мега-ящик и... Та-дам! Не, мега-ящики это полный отстой. Мы уходим с вами на рекорд. Вы можете посчитать в комментариях, сколько я потрачу денег за этот ролик. 8000 гемов на один ролик, это... Просто капец. Ребят, 2012 гемов. Мне кажется, если бы у меня было 2021 гем, то мне бы везло немного больше. В 2012 году Brawl Stars не существовало, поэтому сейчас так все плохо идет. Так, что у меня тут по количеству? 18 бравлеров. Офигеть, офигеть. Я просто в это не верю, что так может быть плохо. Мы переключаемся с вами на большие ящики. Никаких мега-ящиков. Крайне редко. Я, конечно же, открою мега-ящики, потому что надежда умирает по последний. Но пока что более рационально тратить все наши деньги на большие ящики. Да, ребята, это просто капец. У меня не находится никаких слов, если честно, описать свое состояние. Возможно, в следующий раз мне попадется какой-то более везучий аккаунт. Но сейчас максимально отстойно. Ну давай, 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 давай. Я сделаю это. Одного бравлера дайте мне. Все, вот сейчас. Сейчас должен выпасть. В ближайшие 3 ящика. Засекайте, чуваки. Удвоитель жетонов пошел. Так, удвоитель жетонов — это сигнал. Вот, вот, вот. Сейчас будет. Ну нет. Сколько я за этот ролик открыл ящиков? Мне кажется, очень много. Дальше большие ящики открываем. Че по шансам? Шансы хоть увеличиваются? Хоть чуть-чуть? Да нет, вроде не увеличиваются. Че за отстой? Мега ящик откроем. 5 предметов, зато много монет, конечно же. Дальше, дальше, дальше. Большие ящики. Пози, пози, пози. Зачем ты затеял этот челлендж? Что у тебя происходит в голове? Какая мартышка стукает у тебя барабанами? Что за барабашка поселился у тебя в мозгах? Ребят, я просто хочу сделать крутой контент. Знаете, на самом деле, все, мне пофигу. Много гемов потратил, много денег, но это пушка. Кто, если не я, будет снимать такой контент по бравлу? Ребята! Бравлер! Эдгар! Стоп, он выпадает из ящиков, что? Мрачный тип. Любит паркур. Очень короткое описание этого бравлера. Всегда поражался этому. Ну что ж, за 1000 гемов мы с вами получили одного бравлера. Идем дальше. Из больших ящиков выпадают эпики. Вот что я понял. Видимо, с мега ящиков выпадают только леги. Так, еще большой ящик. Ну давай, давай, давай. Ребят, возможно, я сейчас ничего не выбью.
Я просто хочу, чтобы вы знали. Я вас люблю, вы крутые. Спасибо, что смотрите этот видос, и кто досмотрел до этого момента, вообще красавчик. У меня осталось гемов буквально на 20 ящиков. Я, если честно, уже немного подустал открывать эти ящики, вы сами понимаете, да, сколько я их уже открыл. И, конечно, идет дикая дизмораль, но что поделаешь? Такова жизнь донатера. Путь донатера. Есть путь самурая, это путь донатера. В этом ролике идеально все, кроме бравлеров. Как бы это грустно не звучало, о май гад. У меня реально пальцы устают открывать ящики. Я понял, для чего существуют мега-ящики. Чтобы ваши пальцы не уставали. Ладно, я открою мега-ящик. Вот эти вот остатки солью на мега-ящики. У меня тут не так много гемов осталось. Вы посмотрите, как они быстро улетают. Так, 332 гема у меня осталось. Ладно. И, ребята, ничего не выпало. Следующий мега-ящик тоже ничего не выпало. Давай, давай, до конца сольем все гемы. Вы хотите моих гемов? Получайте! Я вас накормлю ими! Та-дам! У меня не хватает кристаллов. Я выбил всего лишь 19 бравлеров за этот ролик. 18. Я потратил 38 тысяч рублей. Вот за это. О май гад. Окей, чуваки, на этом наш ролик подходит к концу. Я верю в то, что у меня рано или поздно получится выбить 30 бравлеров за один ролик. Чтобы у меня получилось это сделать, мне нужна ваша поддержка. Обязательно поставьте лайк под этим видосом. Давайте мы с вами соберем 150 тысяч лайков. Это очень важно. Ну а также, если вы хотите поддержать следующий видос, вы можете приобрести мой мерч по ссылке в описании под этим видео. Не забывайте нажимать на красную кнопку подписаться. Ну а с вами был Безумный Пози. Всем адьос!